Наш корреспондент Азамат Аусхан в честь профессионального праздника удостоен почетной грамоты главного государственного врача страны. Главного государственного врача страны Ерлана Киясова вручила руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динара Жанабергенова. Наш коллега оценивает это внимание как оценку труда всех СМИ области. Всех работников средств массовой информации от всего сердца поздравляю с праздником. Мы признательны за ваш вклад в информирование населения о новом и опасном вирусе, о мерах безопасности. И далее будем освещать работу данного ведомства, подробно и оперативно освещать ход борьбы с коронавирусной инфекцией.